привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? Беннетфилд находится команда спецподразделения «Дельта». Позывной «Металл». «Металл 01» доступен на Зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Мы должны действовать прямо сейчас! Продолжаем движение!
должны добраться до Кубы. Голоса в переулке за дверью. Фрост, кинь световую. Пошли, пошли! По этой дороге мы вернемся на Уолл-стрит. Генератор помех рядом. Внимание на окна и двери. Особое внимание на тени. Стойте, тихо! Контакт! Укрытие!
Металл-01. Ожидайте дальнейших указаний. Прием. Принято, Оверлорд. Ждем указаний. Наши порты окружены русскими военными кораблями. На штурм командного судна отправлена группа морских котиков. Следуйте в Нью-Йоркскую бухту для оказания помощи. Ваше сообщение принято. Металл-01, внимание. Видим вертолеты противника в вашем воздушном пространстве. Вертолет противника на подходе! Стреляй по нему! Стреляй по нему! Рост, бей руки вертолет! Внимание, цель справа, наверху! Еще два! Еще два! Мы под плотным огнем! Выполняем маневр уклонения. Вражеский вертолет сбит! Отличная работа! Продолжайте наблюдение по секторам! Думаю, мы оторвались! Черт, вертолет противника! Держитесь, поворачиваю налево! Он за этим зданием, за зданием! Рост, можешь взять его на прицел! Огонь! Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lightning 3-1, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная, до подлета 5 секунд. Так, это пошли. На месте. Команда SDV-4, Металл-01 на связи. Односторонняя проверка связи. Принято, 01. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. У нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе, здесь легко потеряться. Еще
Еще одна мина. Прошли. Фрост, шевелись.
контролем. Отлично. Оверлорд, Металл 01 на связи. Контроль. Принято, 01. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 05-66-28. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Фрост, пульт управления. Три, два, один, давай! Оверлорд, ракета готова к запуску. Принято. Команда котиков ждет вас. Пошли, пошли! Позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа «Фокстрот». Русские отходят. Мы... Приближаются русские вертолеты. Сколько их? 3 Ми-28 и 4. Нет, 5 Ми-17. Высаживают десант. Отправьте команду на крышу. Юрий, сюда. Мы должны отнести СОУПа к вертолету. Что это? Нужно выиграть время для доктора! Следи за внутренним двором! Они прорвались во внутренний двор! Уничтожить их! Держите их, пока мы не сможем нести соупа! Thank you.
понести Соупа к вертолету! Юрий, за мной! Юрий, сюда! Вниз по лестнице! Бегом! Прямо у тебя под ногами! Самоходный наземный транспорт. 2 сантиметра брони, пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском. Давай, Юрий. Николай, как там Соу? Очень плохо! Мы должны вывесить его отсюда! Юрий, расчистите подход к вертолету. Мы прямо за тобой! Thank you.
Вот он! Юрий здесь! Хорошо, он нам пригодится. Мы следуем за Макаровым. Кто нахрен этот Юрий? На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Москва, это командный пункт. Направляемся в Гамбург, в небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1, офис президента под контролем. Команда 2, на нижней палубе все чисто. Команда 3, передний эшелон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1, оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на обед. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради будущего наших детей мы должны пойти на мир с Западом. Сейчас не тот момент, чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наши... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Мы ведем президента в убежище. Повторяю, командный пункт нет.
Давайте, агент Харков. Мы должны найти президента. 279, освобождаем воздушное пространство в секторе 2-1-1. Ноги погибли. Захватит всю Европу, даже если к тому времени от них останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин. Вы никогда их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите девчонку. Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу. На окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко.
Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. Найди остальных. Слышал, что на той неделе убили Адамса? Что, правда? Двое на 11 часов. Сними их! Прямо во время переговоров. Чисто. Они беднягу живьем сожгут. Закроем их, пока они его не спалили. Давай, Юрий. Тебе никто не говорил, что ты, сукин сын. Но твоя жена меня любит. Тебе никто не говорил, что ты, сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Идем!
атаку. Юрий, на тебе поддержка. Займи позицию на крыше и прикрывай нас. Юрий, займи позицию. Враги, 5 метров. Запада идут двое. Сними их. Выдвигаюсь. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Продолжай стрелять!
церкви. У нас мало времени. Сюда! Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Station Corse, nous avons intercepté un message crypté. It done. That's it, they go London now. Prévenez les renseignements, oui. База, мы в пути. Видимость хорошая. Принято, Браво-6. В доках находятся грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересный подход к благотворительности. Грузовики покидают доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание, один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-9 займется вторым. База, время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Ладно, друг, перед нами склад. Бернс, мы наступаем. Ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Дорога свободна, идем. Команда 2, входим. Постарайся не разбудить их. Браво-9, у вас двое за дверью. Принято.
на связи. Два противника уже не перечислены.
Браво-6, прием. Браво-6, вы меня слышите? Бернс. Бернс. Браво-6, доложите обстановку. Поезд прошел под Вестминстером. Мерзавцы использовали его в качестве транспорта. Внимание, Браво-6. Грузовики направляются в вашу сторону. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво-2. Вас понял. Давай, Бернс. Принято, Браво-6. Команда в пути. Расчетное время прибытия 10 минут. Происшествие. Браво-2 будет за станцией через 5 минут. В 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Пусть ты мышь, исправят, если выжившие. Нам 2 приближаюсь. Ожидаемое время 30 секунд.
чтобы вы продержали путь впереди. Убедитесь, что мы можем двигаться. Принято, вы расчистим вам дорогу. Все нормально, Рина-1, мы пойдем вправо. Thank you.
Они бежали вглубь гаража! Ну что, давайте уже за дело! Давайте быстрее! Не дайте себя окружить! Thank you.
поторопимся. Успеем зацепить Варавы, пока не слинял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Браво, заходите в ворота. Николай, обработай их там. Ракеты пошли. Прямо по курсу цели. Огонь! Огонь! Париж! Он занимался
поставкой в Париж! Корабль раскололся. Мы получили, что хотели. Готовы к отходу. Почти на месте. На площадке вроде чисто, но буря быстро приближается. Видим. Будем через 20 секунд. Ничего себе буря. Думаешь, Вараби не врал насчет волка? Он говорил правду. Готов. Команда «Эхо», мы приближаемся к вам с юга. Вас понял!
часы! Идем, они как раз за перевалом! Юрий, сюда! Надо идти дальше! Черный Викинг. Соедините меня с объектом Металл 01. Прайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зона все еще заражена после химической атаки. Маски не снимай. Так, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гигн окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки. 5-9-5. Похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салаг уже нет. Большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейбер. Но долго еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Пошли. Сюда, живо. Контакт. Встанем через дорогу. Идем в открытую. Вниз по лестнице. Просто мной. Цель книжный. Thank you.
Сколько их? Там русский скат в Москве! Нам потребуется воздушная поддержка! Вархаммер, это Металл 01! Запрашиваю от поддержку! Прием! Принято, Металл 01. Работаю на высоте 3500 метров. Полная загрузка. Отметьте свои цели. Принято, снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. За мной, не расходитесь. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 01 принял, отбой. Все чисто. Вперед. Воняет просто чудовищно. Но от этого хоть не помрешь. Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Саторе был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатит, босс, я прослежу. Bienvenue. Будьте начеку. Сюда. Подходит к предполагаемому положению цели. 100 метров. Как думаешь, много тут внизу похоронено? Не знаю. Главное, к ним не присоединиться. Он убегает! Это Волк! Оверлорд, цель обнаружена, ведем преследование! Принято, 01. Помните, Волк нужен нам живым, только у него есть данные на Макарова. Садится в серый седан!
синий фургон! Живо! Вперед! Я прикрою! Цель уходит! Продолжай стрелять! Мы уже в пути! Принято, Раптор 2 отправляется. Генерал, на связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Отряд, на юг не стрелять, наводите наши пташки. Установите фазу сканирования. Нехилый вышел фейерверк.
Ваучер 2-2, доложите обстановку. Юля, еще круг севера. Он заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Добро пожаловать в Прагу, господа. Повстанцы ждут нас в полукилометре к северу отсюда. Давай уже с этим заканчивать. Постойте. Они уже взяли пленных. Движутся быстро. Мы должны быть быстрее. Движемся тихо, парни. Укрываемся заловками. Пролезайте под пристанью. Из-за буря нас не услышат. Все было по плечу. Ты знаешь, чего нам стоило тебя сюда затащить? Я что-то слышал. Что, Юрий, выдвигайте сюда. Встретимся вместе скоро. Они внутри здания.
спустя. Пошел. Стой! Не отдохни!
какой машине он будет? Они постоянно меняются, Лебед. Почти пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже. Внимание! Приближается колонна Макарова. Вижу. Четыре бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Они останавливаются напротив гостиницы. Ты его видишь? Ага, вот он, гад. В третьей машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо. Сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров. Начинай. Комаров, ты меня слышишь? Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Готовы? Юра, глянь-ка, где там Прайс. А вот и он. На балконе какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Заходишься в цель. Что за бред? Прайс, кто это такой? Комаров. Прости меня, Прайс. Прости. Капитан Прайс. Ад ждет вас. Прайс! Уходи оттуда! Зря ты сюда пришел. Черт возьми, говори! Уходи! Живо! Оставаться. Идем сюда.
Шевелитесь! Еще там! На улице! Юрий, разберись с ними! Думал, что тоже смогу. Так откуда, черт бы тебя побрал? Макаров знает тебя. Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое. Даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. Награды мы получили власть. Но власть развращает. Сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже немного. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Ничто не остановит. Даже ты.
Погоди-ка курить сигарету. Помните, ни слова по-русски. Значило, что я теперь враг. Сюда! Здесь выживший! Что ж, Юрий, чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что. В Хелифорде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица...
Все в порядке. Продолжаем движение. Это офис охраны. Я разберусь. Спускайся.
Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились? Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Да что у вас творится? Служба безопасности вообще ответила? Собирайтесь вашим начинать осмотр местности. Вниз! Немедленно! Сломается, если не...
Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно. Метка! Гранит 01, наблюдение установлено. Принято, мы на подходе. Напротив. Гранит, все чисто, продолжайте. Оверлорд, русские танки обстреливают позицию гранита, требуя огневой задачи. Вас понял, 01. Воздушный коридор для захода АТ-17 свободен. Металл 01. На связи Валькирия 26. В воздухе и к вашим услугам. Ожидаю отметки первой цели. Обнаружено. Хватит лазить на здание, Фрост! Внимание на улицу! Попадание! Гражданка на подходе, ресурсы! Металл 01, я на месте. Спасибо за подмогу, Валькирия. Дальше мы сами. Гранит, броня уничтожена. Идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся. Гранит, вы видите Афину? Так точно. Черт, слева. Еще два. Убираем. Гранит, гранит. Они мертвы. Какого черта?
Оверлорд, команда «Гранит» уничтожена. Повторяю, «Орлы» уничтожены. За Тиной идем мы. Принято, Сэндман. Соединитесь. Пусть танковые колонны к югу. Полегче! Здесь дверь. Я вижу! Вот гостиница! Одесса! Сволочная!
Оверлорд, ценный груз не получен, мы ее потеряли. Фрайс, мы потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазные руки. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы ямки любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стреляй. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Thank you.
Найти другой выход отсюда! Лестница с левой стороны! Пошли! Оверлорд, это Сэндман! Мы на дне шахты! Нам понадобится поддержка с воздуха! Принято, Сэндман! Мы пошлем вам предатора! Готовы? Yep.
Лорд, приз взят! Президент у нас! Вас понял. Собирайте команду и направляйтесь к точке сбора. Она жива. Что за крик? Оверлорд, мне все обрушится в любую минуту. Ставки должны прилететь за нами. Вас понял. Хаммер один на подходе. Готовность 30 секунд. Ждите. Где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Отныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Ты уверен, что этот танк нас защитит? Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного подзабыл арабский. Огонь! Айс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюль на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься! Это же супа! Мы привлекли их внимание. Вторая волна прибудет в любой момент. Вот и они! Прямо по расписанию! Thank you.
Айс, не останавливайся! Макаров переместился в ресторан на том же этаже. Его сопровождает большой отряд охраны. Что там нас ждет? 40 с небольшим бойцов, пистолеты, пулеметы и автоматы. К вам приближается вражеский вертолет. Один направляется на крышу. Возможно, ищет Макарова. Сними его! Прощайте, капитан Прайс.